Всем привет, с вами Виктория. Сегодня хочу вам рассказать про устрицы. Как их правильно проверять на свежесть, с чем и как есть, как правильно подавать, как открыть. Это очень полезное видео, которое может пригодиться, особенно если вы решили попробовать устрицы в первый раз. Итак, для начала проверяем устрицы просто на свежесть. Смотрим, плотно ли они закрыты, и нюхаем. Устрицы должны, конечно же, пахнуть морской свежестью. Если запах неприятный, то такие устрицы даже не стоит открывать. Для того, чтобы открыть устрицу, желательно воспользоваться специальным ножом. Первый способ: поддеваем устрицу ножом у основания в углу и затем вот так аккуратно открываем створку. Можно помогать ножом и время от времени, пока устрица еще закрыта, промывать ее под проточной водой. Или вот так с краю. Тоже поддеваем ножом и открываем. Затем зачищаем с верхней створки содержимое устрицы и выкладываем на блюдо. Это непросто сделать, особенно если у вас нет опыта. И обязательно это нужно делать в перчатках. Либо сложите кухонное полотенце в несколько слоев. После того, как все устрицы открыты, их нужно сразу подавать и кушать в течение 30 минут. Нельзя ждать. Это продукт, который съедается сразу. В ресторане устрицы обычно подают на соли, либо на измельченном льде. Дома же их можно просто выложить на красивое блюдо, украсить зеленью или листьями салата. Используются два соуса для подачи. Это красный винный соус, который смешивают с измельченным луком-шалот. Вместо красного винного уксуса можно использовать 6% яблочный уксус или просто сок лимона. И мы подбираемся к главному критерию проверки на свежесть устриц. Добавляем в устрицу сок лимона или готовый соус и смотрим, начала она сокращаться или нет. Можно подождать несколько секунд. Или же немножко ее с краешку поддеть ножом и посмотреть, начала устрица сокращаться или нет. Таким способом мы тоже проверяем, свежие наши устрицы или нет. Подают их также с кусочками хлеба и сливочным маслом. И вот таким способом немного зачищаем, добавляем соус и употребляем эти вкусные устрицы. Обязательно попробуйте, если вы еще не пробовали. Если видео оказалось для вас полезным, не забудьте поставить лайк. Всех поздравляю с наступающими праздниками. Берегите себя и своих близких.